Альфа-команда Apollo Engineering для главного руководства. Передача второго сообщения проекта The Isle Evrima. Эксперимент и секретная разработка над элементом номер 2 и директивой номер 7 идет согласно действиям. Хочу показать вам в данном сообщении часть нашего эксперимента. Как и говорилось ранее, у нас есть некоторые экспонаты, ютарапторы. Как мы понимаем, это отдельное семейство. В прошлом сообщении мы показали их дитя. Но особое значение нам представляет один из этих элементов – черный ютараптор. Мы провели некоторые опыты над ним, что позволило нам изменить в прямом смысле его окрас и интеллект, а также некоторые физические параметры. Секретная директива номер 7. Наемники, подписавшие контракт свыше, становятся подопытными и, грубо говоря, самоубийцами перед этим интеллектом. Да, мы, конечно, все знаем, что они этого не знают, пока мы не сможем их приручить, либо сделать гиперами. Выпускайте секретный элемент. Подопытный номер 6 работает с ютараптором уже 12 дней.